Привет, дорогие друзья! Снова с вами я, ваш друг Парвин Гайдаров, и у нас снова новая тема. Что мы считаем нормальным? У нас говорят, веди себя нормально, одевайся нормально, и так далее, и так далее. Что такое норма? Что наш ум считает нормой? Первая часть нашего разговора. Мы считаем те вещи, тех поступков нормальными, которые делает большинство, поступает так большинство. У турков есть пословица, гласит так, в стране слепых видит это недуг. Вот так, даю вам пример. Год назад, три или четыре года назад, кто-то в улице входил с маской, мы думали, что это ненормально. Но сейчас без маски, когда кто-то входит внутрь здания, мы думаем, что это ненормально. Но 4 года назад мы думали обратно. Мы думали, с маской ненормально, без маски нормально. Вот так. Могу дать много примеров. Мы считаем тех поступков нормальными, которые делает большинство. Благодарю вам. До новых встреч. Пока.